Второй дом детства Сьюзан, высотка в Будапеште. Мы почти пришли. Крошечная квартирка превратилась в фабрику, где мозг Сьюзан создавался для игры в шахматы. Нынешние жильцы даже не представляют, что свои ранние годы гениальная девочка провела в этих стенах. Тут все по-прежнему. У нас телефон был здесь. Когда, наконец, у нас появился телефон, мы его держали здесь. Ух ты, здесь была гостиная. Именно здесь Сьюзан выполняла самую сложную работу в своей жизни, порой по 6 часов в день. У меня здесь был стеллаж с книгами по шахматам, целая библиотека шахматной литературы, коллекция из 4-5 тысяч разных книг. У меня даже был каталог шахматных партий, коллекция из 200 тысяч партий, вырезанных из разных шахматных журналов и газет и сортированных по дебютам и шахматистам.